Всем большой привет, меня зовут Надежда, я рада приветствовать вас снова на своем канале, и сегодня у нас обзор на пивко. И для сегодняшнего обзора я выбрала бутылочку, которую я просто не смогла оставить без внимания, и сейчас вы поймете почему. Чудеса монтажа! Это смузи мид, медовый коктейль, сегодня у нас будет медовуха. Сварили это ребята из Оренбурга, пивоварня Step Wind, Степь и Ветер. Приступим к изучению этикетки. Извините, у меня потная бутылочка, потому что она хранилась в холодильничке, чтобы мне было приятнее дегустировать ее. Что мы видим? Единорога. Почему-то наталкивает меня на песню Little Big Dead Unicorn. Здесь у нас есть, как всегда, название пивоварни, вкус, название самого напитка. И алкоголь 6%. Далее у нас есть информация по поводу напитка. Это медовуха неосветленная, непастеризованная. Здесь обещают пюре банана, пюре клубники, сок клюквы и мед. Надеюсь, я не расстроюсь, как в прошлый раз. Если заглянуть в бутылку, то там что-то вот примерно на таком уровне, что-то плотное находится. Значит, мои ожидания таковы. Я надеюсь, что это будет прям смузи. Я читала отзывы, и все говорят, что это самый настоящий смузи, супер вкусно, 10 единорогов из 10. Почему я так верю в то, что это будет супер вкусно? Потому что я сопоставила все отзывы, историю пивоварни, и в целом все сходится, это реально должно быть очень вкусно, круто, и то, как они описывают со всеми пюре, которые они там оставили. Ну, как мы видим, там действительно что-то плавает, и это мы сейчас проверим. Пару слов о пивоварне. Они с 2014 года делали медовуху из меда собственной пасеки. Тогда у них выдался самый урожайный год. И они не хотели делать всякую ерунду, от которой отнимаются ноги, как они выразились. Они несколько лет экспериментировали, и только в 2017 году зарегистрировали себя как торговую марку, получается, и начали делать пивасик. Так что, я ожидаю, что это будет прям смузи, прям с частичками вообще всего там описанного. Это банан, это клубника, чтобы там сок клюквы был, и, конечно же, вкус меда. Не знаю, как вы относитесь к медовухе, я в целом неплохо. Попадаются, конечно, какие-то там приторно-сладкие, но, в общем-то, надеюсь, что это будет не противно, потому что банан и клубника наверняка должны это все перебить и как-то регулировать. Клюква, она вообще кисленькая, поэтому я думаю, что это тут кислинка, а я обожаю кислое пиво, вот, что она должна как-то сыграть, и это должно быть круто. Не будем тянуть, а быстрее откроем и попробуем, увидим все собственными глазами, прочувствуем все сами. А, нет, наливаем же, да? Я, как и в прошлый раз, нюхать из бутылки, это я. Пожалуйста, не окажись ерундой. Блин, цвет, конечно, просто восхитительный. И это что, смузи? Полил. Видели, как это плотно выглядело? Ребята, пахнет как фигня. Там еще есть осадок, вот, поэтому вот он. Я думаю, это будет вкусно и классно. Эта капля была не очень, кстати. Это выглядит действительно как смузи. А насчет запаха хочу сказать, что ничего нет такого. Почему мне показался вкус этой капельки не очень? Потому что он был очень похож на какую-то брагу. То есть прям такой прям концентрация дрожжей зашкаливала. Это было немного неприятно, но в целом ок. Как будто бы, знаете, вот этот вот жмых из бабушкиной настойки. Ну вот. Короче, это пахнет больше клубникой и чуть-чуть с бананом. Никаких ярких таких запахов я не чувствую, потому что, наверное, там нет всяких регуляторов и прочего. Но в целом выглядит классно. Если приглядеться, то можно заметить, как
там плавают что-то похожее на кусочки банана и волосинки маленькие такие от клубнички. Ну что, давайте пробовать, не будем тянуть, потому что, ну, запах я реально не могу выкупить, потому что он непонятен. Я чувствую только клубнику. Все, и то не ярко. То есть, видать, прям натурель. Блин, это супер крутой напиток, реально. Как будто бы прям вот реально 10 единорогов из 10. 11, 12, 12. Алкоголь вообще не ощущается. А может быть, на... Ну, это клюква, наверное. В общем, вкус, правда, как будто бы тебе туда набросали фрукты, вот так вот это все измельчили и выдали. Это реально очень круто. Короче, когда ты начинаешь его пить, идет отчетливо слышный вкус клубники с легким бананчиком. То есть это типа не приторный вкус, а как будто бы это реально прям, как я сказала, что тебе это все выжили и выдали. Если долго держать во рту, то начинает проступать такая кислинка, которая начинает щипать язык. Это клюква, 100%. Вот, ну и на послевкусе остается такая кислинка. У меня столько слюней сейчас. Мои рецепторы стараются. Блин, это реально очень круто, я прям хочу его допить до конца, и 6 градусов не ощущаются совершенно. То есть, ну, как будто бы это безалкогольный напиток, реально смузи, который ты там купил или сам сделал у бабушки из натуральных фруктов, ягод, и все йогуртиком заправил, и пожалуйста. Девочкам 100% зайдет, потому что, ну, девчонки... Но тут реально как бы смузи. Причем плотность его поражает воображение. То есть вообще просто я не вижу сквозь него ничего. Потому что тут все реально занято пюре банана, клубники с соком клюквы и медком. То есть, ну типа вообще. Может быть, будет осадок, как в бутылке, да, то, что я говорила, что видела примерно вот на таком уровне. Может быть, если мы подождем минут 20-30, чего я делать не буду, спасибо. Возможно, это все осядет, и можно будет посмотреть, как это все выглядит. Но, возможно, если бы я имела другой подход, я бы, наверное, это сделала. Но я не вижу в этом смысла, потому что просто зачем? Просто реально очень классно. И там, кстати, еще осталось. Ну, типа, ну, видно, да, что это прям... пюре фруктов. Вкусно. Но сам по себе не очень, он очень кислый. Если первый был прям дрожжевой, я говорила, то второй, вот этот вот капелька была очень кислая просто. Ну, короче, мне нравится очень. Причем у них целая линейка. Я на нее смотрела, там очень много разных вкусов. Я взяла, да, потому что там единорог, и он... какой-то фиолет. Ну и потому что вкусы более-менее, которые я примерно понимаю, что это будет не фигня какая-то. А так остальные вкусы из линейки я бы попробовала с удовольствием, вообще даже не переживая о том, что это будет какая-то фигня, потому что это очень круто. Под сериал, например, вечером, беременна в 16, 4 свадьбы, подойдет вообще вполне. Не пожалела ни разу о своем выборе. Девчонки, вам очень понравится. Мальчишки, можете это попробовать. Я думаю, тоже понравится, потому что, ну, это прям сок с фруктами. Я могу еще очень много комплиментов сделать этой пивоварне. Мне теперь очень хочется попробовать какие-нибудь другие продукты, их производство, потому что мне кажется, что это будет реально тоже очень круто. Блин, и вот, знаете, у меня есть любимая пивоварня, к которой мы тоже дойдем в наших выпусках, в наших обзорах. Но, кажется, у моей любимой пивоварни появился конкурент. Теперь очень хочу найти из этой пивоварни другое пиво, не обязательно с этим единорогом, и просто попробовать еще какую-нибудь их медовуху. Мне кажется, это будет супер класс, супер круто. Кайф. Ладно, настало время нам прощаться. Всех обняла, всех поцеловала. Всем большое спасибо за просмотр, за подписки. Если вы не подписаны, то
подпишитесь, ставьте обязательно свои лайки, обязательно пишите в комментарии, как вам выпуск, понравился или не понравился, как вам эта медовуха, если вы ее пробовали, то тоже обязательно поделитесь своими впечатлениями о ней. До новых встреч!